Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Передо мной находится устройство Motorola Moto G52, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить и настроить режим «Не беспокоить». Для этого мы свайпаем вниз два раза, после чего ищем режим «Не беспокоить». Вот он, находим, нажимаем на него, и таким образом мы его включаем. Зажимаем на нем пальчик и переходим в настройки данного режима. Здесь мы можем настроить исключение для режима «Не беспокоить», то есть мы можем выбрать пользователей, приложения, будильники и важные уведомления, от которых мы будем получать уведомления при включенном режиме. Также мы можем настроить расписание для данного режима. Например, мы можем включить во время сна его, либо во время какого-то мероприятия, настроить время окончания, время начала данного режима и так далее. Следующее — это у нас срок действия при включении через быстрые настройки, то есть когда мы свайпаем вниз и включаем его, либо пока мы не отключим, либо на какое-то определенное время, например, либо всегда спрашивать. И также мы можем настроить ограничение уведомлений. Это может быть, мы можем отключить только звук уведомлений, можем отключить полностью уведомления и даже не будем их видеть на экране. Также можем перейти в специальные настройки и также настроить некоторые элементы, например, не включать экран, не показывать уведомления или скрывать на панели уведомлений. Вот, и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.